Письменки не пущу. Попытка номер два. Я пришел договориться. Без пропуска не пущу. Я пришел договориться. По помытому не пущу. Слушай, промеси меня незаметно. Карпович, есть. Колбик, тут. Ермоленко, присутствие, Римка, я. Акопян. Здесь, да. Так, ребят, у нас начинается набор новой секции по борьбе. Кто-нибудь хочет участвовать? Я хочу! Ты, да ты видел, какие у нас парни занимаются? Смотри, чемпион города. Ладно, записываю тебя сюда. Так, ребят, сегодня мы... Физрук! Трудовик. Папки на спорт! Павел Ильич, там Лёхе руку ножиком отчикали. Так отвези его в медпункт. А этого слабака обложите матом. Нормальная каша будет. Дай пять. Не опускай руки, завтра реально вкусная каша будет. А чай будет? Свежак! Только вчера заваривала! Лёха, Лёха, ну как рука? Уголь дали, отросла. Так, здравствуйте, дети. Открываем тетради, записываем тему урока. Войдите. Препод, брат, прости, пожалуйста, опоздали. Были в столовой, еда были очень-очень вкусные. Пожалуйста, прости меня, умоляю. Агапян. Ну сколько можно опаздывать? Почему все дети успевают поесть в столовой, а ты один нет? Твое поведение переходит все границы. Ты вчера мангал на коридоре разжигал. Святой мангал. У меня вся зарплата на баланс уходит. Твоим родителям каждый день звоню. Маме звонил, брату звонил, папе звонил. Сегодня вечером звоню твоему деду. Дед, пожалуйста, пожалуйста, только не дедушке. Все, иди на место. Мания моя, как у пиратов. А это еще что такое? Вы что, совсем обнаглели? Как мы с вами уроки вести? Так, что-то мы отвлеклись. Так. Что? Можно выйти? Так, ладно. А где ваши девочки? Где эти трое? Как Света, это? Лена, Вика, Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты смелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя миника. Чика-чика-чика-чика, мою любовь верника. Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. Чика-чика-чика-чика.